Проблемка. Большая проблема. То есть это из-за конкретного перегрева масла? Барабан сгоревший. Вы спрашивали, как состояние, то вот видно. Ага, все, теперь понятно. Вот у Opel 200 тысяч пластиковая шайба прошла. И вот та же шайба у Volvo 400 тысяч. Ой. Ребят, всем привет! Давным-давно уже по нашим дорогам ездят электрички. 21 век на дворе, а люди до сих пор звонят и говорят, что мы боимся автоматов, давайте нам механическую коробку передач. Сегодня разрежем бублик, сегодня вскроем коробку с автомобиля, который прошел 372 424 километра, если не ошибаюсь. И покажу, какой срач внутри в этой коробке передач, что с ней случилось за этот пробег, во сколько вылился ремонт и вообще стоит ли бояться автомата. По полуосям у меня там все хорошо. Да, нормально. Кроме того, что левая полуось не выходит из коробки, а ничего не делалось по коробке еще, нет? Вообще ничего. Ну, может, да, тогда есть смысл закинуть бублик. Расщеклиться еще на $150. А что 150? Ну, 120. 80-100 должно быть. Это где, на МакТрансе? Ну. Вся проблема в том, что на эту коробку, в принципе, найти какие-то оригинальные запчасти, это что-то с области фантастики. Не, ну если мы сейчас говорим про сам гидротрансформатор, то вот эти вот ну, части... Ну, фрикционная накладка будет кевларовая, там, какого-нибудь там мирового производителя, кто там делает эти кевларовые накладки. Дело в том, что по оригиналу Aisin не продает накладок, и она будет, если бы была, то она была бы не кевларовая, а графитовая. Для себя надо определить, то ли хочешь оригинал, но который выпустили там в 95-м году, когда эту коробку придумали. Вот. Либо покупаешь кевларовую накладку не оригинальную, которая проверена практикой и из наблюдений ходит лучше, чем графит оригинальный. Доброе утро. Пользуясь случаем, пока мне чинят двигатель на XC70, вижу разобранную коробку и вижу бублик, который, в принципе, хотелось бы отдать для того, чтобы ну, сделать ему профилактику. Как срочно вы его можете сделать? Сегодня на сегодня. Разберем, увидим там минимум 80-180. Окей, принято. Завезу, закончим здесь снимать видео. Сегодня на сегодня от 80 до $180. В зависимости от того, насколько ему жопа. Где можно припарковаться? Приехали. Вот оно, злачное место, где распиливаются и чинятся бублики. Вопросов по ней нет, но с учетом того, что она уже прошла порядка 300 тысяч, хотелось бы посмотреть, что у нее в середине. И вообще, ваше мнение, разбиралось оно, не разбиралось? Автомат теперь... это грязное масло. АТФ это так честно, это не масло, это жидкость. И поэтому у него смазывающие свойства очень, ну такие себе, так скажем. Поэтому оно должно быть всегда максимально там в чистоте вот здесь, и в порядке. Вот это масло мы меняли раз в 30 тысяч. Ну, частичная замена, имеется в виду пробочку. Ну, понятно, отлили, да. Слилось там 3,5 литра, закрыли, залили по уровню. Есть еще очень такой скользкий момент. Много людей думают о том, что частичная замена масла это намного лучше, нежели полная замена масла. А полная замена масла это лучше, чем частичная. В общем, люди разбились на два лагеря. Как же менять масло полностью или частично, если коробка уже очень много не меняла масло, то моя рекомендация делать это частично.
хотя даже после частичной замены масла нужно делать адаптацию, имеется в виду, показать коробке о том, что у нее залилось свежее масло, потому что плотность этого масла поменялась, и мозг это прекрасно понимает. Поэтому надо после замены масла, не забываем, делать адаптацию. Адаптация – это умный человек с компьютером приходит, включает свой либо же свисток лаунча, либо же подключает специализированное дилерское оборудование, заходит в мозг коробки передач и делает обнулить окисление масла. По-моему, так это называется. В разных автомобилях по-разному, но сути это не меняет. Суть заключается в том, что коробке нужно показать, что у нее залито свежее масло. Иначе могут быть варианты типа догонять, толкать, ну имеется в виду при переключении передач будут рывочки. Так, вскрываем гидротрансформатор от Volvo. Делается в теории, я видел много раз, но так, чтобы присутствовать при разборе вот так вот вживую воочию, я, честно говоря, первый раз. Так. Состояние подшипников хорошее. То есть то, что вот меняли так часто масло в коробке, это не то. Да, это всегда запомните, как говорится, автолюбители, что масло ни в одной машине не залито на весь срок службы, реальный срок службы автомобиля. Это то, как пишут в инструкциях, это пишут залито на всю службу. Да, ну просто немножко как бы разные понятия за границей и у нас на весь срок службы. У них срок службы это гарантийный срок по-хорошему, 3-5 лет. Поэтому она свои там 100 тысяч отъездит на одном масле, но если вы там любите свою машину и хотите ездить на ней, как говорится, долго и счастливо, то мой совет, меняйте масло. Поддубевший сальничек, ну понятно, уже от времени, от температуры, значит, скажем, да, эластичность потерял. Состояние накладки, какой пробег вы говорите? 365 или 367 тысяч. Ну, за 365 тысяч она, если честно, как новенькая. Ну, ни следов пробуксовки, как бы, ничего тут нету. Я эту машину покупал с пробегом в 210 в 2013 году и... У нее тогда был легкий толчок между второй и третьей передачей. Он, в принципе, так и остался. Хотя, когда я заезжал, Женю я тогда еще не знал, но я заезжал на Мактранс, заезжал к другим парням. Они, вот, 3000, мы тебя ждем на эвакуаторе. Дорогой наш, приезжай, мы срочно будем тебя ремонтировать. Я поставил дополнительно радиатор, и так толчок и остался. Ну, толчок остался, но это проблема гидроблока. Где-то немножко там соленоиды варьирующие, где-то чуть-чуть он там подклинивает, где-то грязи немножко набрался, и поэтому... Ну, идет такое как бы неплавное включение передачи, а так ни на что не... Здесь важно сказать, что толчок после всех сделанных процедур, он прошел полностью. Но об этом детальнее немножко позже и дальше. Ну, состояние, так скажем, зеркала там, где работает фрикцион, тоже, в принципе, рабочее, без припалов, как бы без ничего. Но. Поэтому обычно заходят с пробегом там 150-200 тысяч, на родном масле, и масло не менялось, то тут уже видны черные припалы, сгоревший фрикцион, как бы понятно, что она уже не работает. Коль мы уже сюда забрались, вот эту штуку наверняка нужно ставить новую, да? Это, конечно, по желанию клиента, но вот, можем поставить, переклеить, вот печка специальная, сейчас я покажу конкретно сам фрикциончик. А есть нечто такое, какие-то кевларовые или еще что-то? Есть. Компания Sonax выпускает, вот он фирмы BorgWarner, можете посмотреть, BorgWarner USA. Uh-huh. Это самое лучшее, что есть на рынке, так скажем, производства по запчастям. То есть, так скажем, усиленное. Дорого эта штука стоит? Ну, я сейчас Жене позвоню, спрошу, да. Ну, плюс-минус. В общем, ну, по сравнению с обычной. Ну, в общем, обычная стоит там долларов там, 10-15, это долларов там. 20-25. То есть разница, сама накладка, грубо говоря, небольшая. Да, разница небольшая.
в стандарте в основном 95% идут бумажная смесь. Ну, обычная, так скажем, целлулоза, да, образно картон. Это уже, так скажем, ну, в простонародье у нас тюнинг называется, усиление, так скажем. Ну, вот, этих если самых. По зазорам все классно, то окей, ставим. Вот, сальничек эластичный, можете посмотреть, вот новый сальничек, он мягенький, тоже компании Sonax производит, там уже задубил. Вскрыли бублик, тут все хорошо, но хотим поставить кевларово вот такую штуку, нужно это или нет, звоню советоваться? Не нужно, почему? Я честно скажу, что там все хорошо, но это мое мнение. Ну, то есть, у меня тогда сальничек все, что надо. А может быть, подшипники на роторе нас на этом? А подшипники тоже не советую, потому что заменитель всегда хуже целого оригинала. Тут вообще тогда, вопросов у меня нету. Тогда, раз по вам сэкономили денег, да. Поехали, я возьму коробку и к Жене ее, да. Там тоже сделаю счастье. Все, хорошо. Спасибо, жду звоночка, мы тогда все. Полетели. Угу. 365 тысяч. Коробка не вскрывалась, сказали и парни. Ну, то есть я, как бы, понятно, что я понимаю где-то что-то там, но специалисты, когда они их видят десятками каждый день, когда он говорит, что она не вскрывалась, мы вскрываем. И, грубо говоря, на ваших глазах видим то, что, ну, кроме сальничка задубевшего, они даже сказали, не нужно менять вот эту вот саму накладку родную на кевларовую, потому что она еще в очень классном, изумительном состоянии. Единственное, что они зашлифуют слегка несколько соток на самой зеркальной поверхности, это рекомендация от парней, и все, оно сваривается, собирается обратно, балансируется, но это уже без нас, потому что тут экстренно принято решение еще взять коробку с этого автомобиля и вообще подарить ему такую долгую классную жизнь, что все, полетели за коробкой. Итак, ответ на вопрос, почему же люди боятся коробки автомат? Да потому что очень часто получается так, что коробка перегретая, покупают коробку с немытым пакетом радиаторов, то есть оно все забивается, все перегревается, а перегретое масло оно не имеет уже такого моющего эффекта, и вот эта вот срач, она вся бежит, забивается по всяким узким местам, назовем это так, и потом начинается все с толчков, потом идет, пихается, потом коробка падает в аварийку. Ребят, вовремя меняем масло. Свершилось какое-то ай-яй-яй ДТП. Вот мы только что буквально минут, наверное, ну сколько, 20 назад заезжали, этого еще не было. Теперь тут уже горе-беда, кто-то развалил автомобиль. И практически новенький Opel Mokka, по-моему, так называется этот автомобиль, теперь стоит с разваленным лицом. Ну, не сильно на самом деле. Я не думаю, что там как-то повело, там даже подушки не постреляли. Очень интересно увидеть в потоке, писать для монтажера комментарий и увидеть его в потоке, в пробке движения. Алло. Алло. Я. А что это мы в центре делаем? А мы комментарии пишем. Ага, я понял. Ну, смотри, знакомая, 390. Сейчас перешлю. Хорошо, окей. Что у нас? Насколько тут все хорошо? Ух ты! Как приятно видеть новые вкладыши. Оно уже крутится? Можно папа? Не нужно, да? Нежелательно, да. Вижу. Ну, а так хочется покрутить, поюзать. Сейчас накинем постель, тогда можно будет покрутить. Я вообще за коробкой приехал. Угу. Мы типа ремонтируем двигатель, но раз тут такое дело, если она вот так вот лежит, и можно там все-таки убрать этот несчастный толчок, который легкий иногда возникает между второй и третьей передачей. Между второй и третьей передачей, это что, они тормозную ленту будут менять? Так а что им не поменять? Не, ну я спрашиваю просто. Ну, если они вскроют для замены фильтра, а тут вот она, ну сразу еще там гидроблок посмотрят, какие-то, угу, может, сальники поменяют. В общем, надо сделать так, чтобы было надолго. Ну, да, как бы снять, поставить если коробку. Если у нас есть гарантийный мотор, который гарантирует и... А где блок? А, ну да, блок. В смысле, что там все хорошо. А Артем гарантирует то, что моторчик соберется и будет классно, то почему бы не собрать коробочку? Вот оно. Дополнительное. Гуляем на все бабки, как говорят. Если ремонтировать, то
Очень часто получается так, что ремонтируешь одно, а под шумок сразу на вот как оно. Надо и сальничек поменять, и то, и другое, и третье. И выливаются эти ремонты в такие бюджеты, что ну, как? Потом просто жалко продавать машину. Как и с угловой было тоже. Угловая уже снята, ну, подтекает масло. То есть, ну, колем, моем все сальники, все под шумиху. Ну, угловую мы делали, сейчас скажу, года полтора назад. Меняли в Житомире, Виталик менял ей втулку. Сколько денег они за нее запросили, если помните? Что-то в районе, как обычно, там $130-120, что-то вроде этого. Ну, до 150. Мы ездили и на горы покататься, и типа, кто быстрее заедет, Subaru, Volvo или Audi Allroad. Все отсосали, кроме Volvo. Мы когда-то тоже тестили Forester, сравнивали с XC70 и у Кума Гранд Витара была, мы ездили зимой в лес. То Forester, конечно, вообще, ни имитации блокировок, ничего, он на диагональ только повис и все. Я вот когда в далеком 2013 году выбирал, чего я хочу себе, какой автомобиль, вот я выбирал между Allroad, но тогда меня, честно говоря, спугнула пневма. А так бы я запросто... Правильно, что спугнуло. Окей, грузим так, но надо, чтобы она не сломалась. Да. А мне где? А мне что делать, парни? Дайте мне что-то. Надеюсь, масло не вытекнет. Ну что, обещали скоро быть. Главное, чтобы она под таким углом стояла. Пока она будет под таким углом, масло течь не будет. Я буду очень аккуратно, потому что я понимаю всю зону ответственности, что засрет и все остальные сиденья. И да, поехали мы. Полетели делать коробку. Прям тут ее скидывать? Доброе утро. Окей. Ну да, это же XC70. Все как было, так и есть. А то лучше не досталось? Да, особо ее никто не доставал, но я думаю, что не досталось. Да. Ложим. Лось-то внутри уже выпало. Да, проблемка. Большая проблема. Уже сальник нормально отпужить не будет. Что таких издевательств? Не, еще, наверное, будет. Возможно. В общем, я так понимаю, мы обошлись легким испугом. Да. Но я, честно говоря, был уже готов к замене. Ну вот, вот это кольцо раскрылось. Вот мы его успешно достали. Вот видно, где оно вцепилось. Хотя бы раз в пятилетку рекомендуем доставать вот эти сухие соединения, просто мазать их банально и ставить на место. Опа! Что за жидкость? Бензин калоша, не фраз. А, то есть... Без запаха. Все как в нашем детстве. Да я его, кстати, в детстве и не помнил. В нашем детстве вроде обычный бенз, а то за счастье. И шо? Как тут все плохо? Сейчас будем смотреть. Масло менялось, вижу, не фанатично. Ну, раз 30 тысяч. 30, ну вот. Надо почаще, судя по отложениям. Так, основная проблема, то, что можем быстро увидеть, это посадка вот этого подшипника в корпусе. И? Все хорошо. Так. Не болтается. Значит, после равинола разбирались коробки, которые были собраны и не поехали. После равинола появлялись на обоймах. Тут вот еще плавные следы, более выраженные. Мне не понравилось масло равинол. Но это не то, что это мое личное мнение. Мы им не пользуемся. Вот как бы до мойки. Вот эта вот грязь, вот эта вот черная. Вот это самая опасность.
вот она смывается, то же самое при замене масла, она уходит. В машине еще зима, в багажнике еще мороз-то. Вам выложим те детали, которые вот мы у вас достали для сравнения. Видите деталь? Беленькая и черненькая. Это такая была температура дисков фрикционных. Вот они сгорели. То есть это из-за конкретного перегрева масла, да? Нет, это уже время и пришло. Так эксплуатировали. Это из-за того, что... А из-за чего? Из-за того, что они меняли масло? Ну, причина какая? Неизвестно. А, то есть тут, наверное, да. Совокупность? Ну, совокупность одно... Opel. Видите, барабан сгоревший. И где целый. Я к тому, что для сравнения показать. Да. Вы спрашивали, как состояние, то вот ага, видно. Все, теперь понятно. Да, какое состояние. Соответственно, поскольку он буксовал, что аж ребра проявлялись, то видно. Что такое радиатор для коробки? Опеля славятся своей болезнью по перегревам. Вот у Опеля 200 тысяч пластиковая шайба прошла. Цвет. И вот та же шайба у Вольво 400 тысяч. И разница в том, что это с дополнительным радиатором, а это да. Без. Ну и, наверное, еще здесь совокупность того, что... Соответственно, эта шайба... Ой. Вот так вот она. Просто. А с этой так не будет? У Volvo все хорошо. Ага. Да. Ну, вот, то есть она была такой же... Да, это такая это же такая коробка. Такая же коробка, только она стоит около века. Это именно такая же коробка. А что, одинаковые коробки? А чем перегревается? Охлаждение дополнительного нет. Класс автомобиля. Volvo... Используют более продуманные системы охлаждения, ну и всего. Opel, вот так вот. Как понять, когда нужно уже бежать на сервис? Когда, ну лучше, конечно, заблаговременно, но точно понимаем, что когда с вашей коробкой передач поведение началось какое-то не совсем адекватное, не совсем такое, как вы привыкли, начинаются толчки, то есть, как бы объяснить, что такое толчки, резкое переключение передач. Вот вы едете, и раньше оно переключалось плавно, там с первой на вторую, со второй на третью, а здесь, ну, очень резко и с ударом. То есть едем и такой бух, удар. Или же, допустим, на сбросе передач с третьей на четвертую переходе такое, точно так же на падении давления тоже так же могут быть толчки. Вот когда появляются такие толчки, или же пробуксовки, то есть вы видите, что обороты двигателя начинают расти больше, а машина быстрее не едет, так как раньше, это тоже уже тревожный звоночек тому, что уже коробка приплыла и уже вот путь в автосервис. Ну что, у вас тут два сальника вместо одного стоит? Ну это кто-то поставил. А можно еще раз так поставить? Чтоб два стояло. Ну надо два или один? Да я их и не трогал, поскольку эти сальники абсолютно целые. Вот тот вот будем менять сейчас. Вопрос по-другому. Этот надо менять? Целые сальники. Можно не трогать. Я ж поэтому и спрашиваю, была течь или нет. А давайте поменяем, если они есть в наличии. Раз. О, вот оригинал стоит. Это конструктивно там два сальника? Не, это кто-то уже поставил. Это уже колхозик. Смазочные материалы, так называемый трансгель. Значит, разной цветовой гаммы. Зеленый. Это для сильной фиксации подшипников, желтый для смазки, как правило, резиночек. Ну, как, он служит для того, чтобы мы установили подшипник, перевернули корпус, и он у нас не выпал для монтажа. Но солидол использовать нельзя, так как солидол, литол абсолютно не растворяются в масле и моментально забьют масляный фильтр. Это полностью растворимое и работает в дальнейшем.
Сейчас, не, оригинальные паршивые герметики. Паршивые, паршивые. Значит, пользуемся Loctite, в основном Victor Reigns. Оригинальный тойотовский купили. Открываем тюбик, он стоит в районе $50, обычный тюбичек. А он камушками внутри, такими как гранулами. То есть они либо лежат не очень невостребованные. Подобрали вот максимально похожий по цвету. Во всяком случае, после того, как машина проедет по луже, отличить его будет тяжело от оригинала. Ну, Loctite — это очень хорошо. Конечно. Коротко, тезисно, что нужно делать для того, чтобы коробка-автомат ездила долго и счастливо? Не перегревать ее, вовремя менять масло, то бишь раз в 30 тысяч частичная хотя бы замена масла. 20-30 тысяч частичная замена масла, сливается остаток, доливается свеженькая, и будет ваша коробочка ездить долго и счастливо. Если есть возможность и вы технически образованы, ставим дополнительно радиатор. Мажу, поскольку надо, чтобы было очень хорошо приклеено. Пожелания, что делать дальше. Заливаем масло, катаемся и все. Окей, принято. Да. Тогда сколько денег грузим и полетели. Так, за еще сальники, которые не рассчитывалось, ну давайте там из расчета $170. Ну, теперь точно уже с этой коробкой будет все хорошо, спокойно можно ставить к новому двигателю и дальше ездить. Цена вопроса небольшая, для того, чтобы понять точно, что дальше она проездит. Сальники все новые стоят, масло зальем новое, коробка в середине почищена и фильтр также новый. Хорошо, спасибо. Красота, ляпота. Просто не хватает немножко 15 гривен. Что, и справка есть? А? И справка есть, что с госпиталя? Ну, я просто давно служил, просто мне на глаза. То есть справки нету, да? Справки нету, я лечусь. Ну, извини. Нет справки, нет денег. Извини. Все готово, все сварено, отбалансированный, да? Биение проверено, так скажем, на этот самый, ну, на соос. Сальник помененный, да. Все у нас счастье. Окей, хорошо, спасибо. Вот, ну, 9 кг счастья, сейчас грузим и едем собирать. Новый фильтр поставили. Все помыли и засыпали обратно. Ну что ж, вот так вот иногда прощелкать, как убегает антифриз с системой охлаждения, и понять, что все пипец, все. А мы за это время пока сделали инспекцию коробки, поменяли в ней сальники.
починили бублик, ну как починили, разобрали, посмотрели, почесали репу, поменяли один сальник, заварили его обратно, отбалансировали, проверили. В общем, все максимально готово. Завтра приедет масло на новую почту, 18 отделение. Ребят, когда делаете какие-то агрегаты, чего-то там, например, двигатель, коробка, еще что-то, всегда закладывайте какой-то дополнительный легкий бюджет. Потому как вероятность того, что что-то вылезет еще, ну настолько огромная. И под шумок сделать тогда, когда вот коробка, она вот лежит на руках, и не придется платить за то, чтобы снять эту коробку, с ней сделать некие манипуляции и потом поставить на место, не нужно. Вот прелесть того, когда вы чего-то делаете еще. Что касательно коробки. По коробке она стала работать мягче, передачи переключаться начали мягче. Единственное, что когда ей нормально наваливаешь, ну, едешь в очень агрессивном режиме, передачи переключаются более резко. Но эта коробка, она, ее, возможно, еще нужно адаптировать, до этого нужно добраться. А так стало намного лучше. Ребят, что касательно моей коробки передач, я морально был готов тогда отремонтировать ее, когда я купил автомобиль, это было 210 тысяч, то бишь 162 тысячи километров назад. Я поставил дополнительный радиатор, совсем недавно мы поставили термостат, и на мое удивление, эта коробка пережила двигатель. Что случилось с двигателем, напишите об этом в комментариях, если интересно, я покажу, что случилось с двигателем, там история вообще из ряда вон выходящая. Большое всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Да, конечно, будет, наверное, много вопросов по поводу того, что же случилось с двигателем. А что с ним случилось? Он просто застучал. Почему застучал? Ждем комментарии. Если будут комментарии, тогда напишем. Если не будет, ну значит, неинтересно дорога.